Я же говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он у нас, поставил. И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, зассал. Кто зассал? Вы же пираты. У вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит, враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умно и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, что он или нет.
говорю! Может, Женька пират живой еще? А с Петрухой что? А что ты думал? Хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда... Даже если так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как вы его провожали-то? Да что за хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чужак в ловушку попался. А Женька пират? А я значил, что все рабочие его. Ну или хотя бы ботинки. Еще один? А вы хотел молчала? Она не пошла. Да она? Что ты делаешь? Чужак это? Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Чего тут торчать? Хоть же польза была. А так, уже учителю экзамен сдают. Эх, от хозяина ушел, а от смерти. Смотри, хозяин-то его только ранил. Человек добивал. Хотя какой он после этого человек? Точно! Это пришлый этот! Так чего мы стоим тогда? Правильно! Найдем и прикончим за Женьку. Хоть и пират, но все равно наш. А пришлый этот настоящий бандит. Сволочь какая, раненых убивать! И чего тут торчать? Делать нечего, что ли? Эй, кажется, там в проходе что-то есть. Вот сволочь. Спрятался, гад. Ничего себе, у тебя... Гад! Вот сюда! Держал его! Живи, сволочь! Чужак, я бы на твоем месте сейчас вешался!
Вот трусы. Mm-hmm.
тебе не враг! Опусти оружие! Я чужакам зла не делал! Первым! Только один раз пришлось стрелять, и я тогда глаза закрыл! А ваши на нас все время нападали! И убивали, и насиловали! Мы защищались! Не будешь стрелять? Ну, раз не стреляешь, значит, правильно говорят. Чужаки бывают и нормальные. Мы пионеры. Убиваем только бандитов. Это пираты всех сразу к столбу прибивают стрелами. Без лесного суда. И еще грабят. Как бандиты настоящие. Мы не такие, хоть и росли вместе. Только мы поступаем, как учитель сказал. А они все его слова перебрали. Эй, чужак! Вашего в лагерь отвели. Он тоже на бандита не похож. Его после лесного суда отпустят, наверное. Да и Ольке он, похоже, понравился. Она вожатая. Ты только не убивай наших в лагере. Там женщины и дети. Не убивай, чужак. Посты можно через пещеру обойти. Или на лодке. Главное, не убивай.
Сами собрание созвали. Так и говорите первые. Вы не чтите совет учителя. Это как это? Чужака отпустили, а он других хочет привести. Он же все... Не отпускали мы его. Он сам убежал. Охранник отвлекся, и он наказан. Но когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет. Ага, вы тут будете бегать и кричать, мы охранника наказали. А может, вообще застыть сразу и сдадитесь? Сами вы застыть. Лесопилку обещали удерживать и сбежали. Да как печь? У нас там все ребята полегли до последнего. Мертвые земли наступают. Это тебе не одного чужака под замком удержать. И болотный лагерь мы точно удержим. Не ссыте, мямли. Еще раз скажешь такое в лоб дам. Хватит ругаться. А чего он на пацанов погибших наезжает? Ладно, замяли. Вы пионеры облажали. Говори, пират! Сами собрание созвали! Так и говорите первые! Вы не чтите совет учителя! Это как это? Чужака отпустили, а он других может привести. Он же все у нас разведал тут! Не отпускали мы его! Он сам убежал! Охранник отвлекся, и он наказан! Ха-ха-ха! Но когда вас чужаки резать будут, это вам сильно поможет! Это кто там такой, а? Внизу! Лезут чужака! Получай, скот! Вижу чужака!
На, гадина! Это еще что там? Это вам сильно поможет. Ага, вот и крепче бежи, сорвется же. А может вообще забыть? Ну откуда же все возьмется? Слышь, пацаны, а ты только с того, что я тут стою? Я давно не хотел. У нас там все ребята полегли. Да после. Срать в одном поле не сяду. Нечего тут бояться. Подумаешь, чужак. Мы вон мародеров не боимся. Вон чужак этот!
Ребята, там наверху что-то есть. Трусилка, прячешься! А не надо было нападать! Теперь крышка тебе! Чужак, ты лучше выходи, а то я не знаю, кто тебя скорее найдет. Волки или хозяин? На складе. Вроде шуршит что-то. Вот он, ребята! Вот он, гад! Здравствуйте! Надо! В нашем лесу от нас спрятаться решил! Вот чудак! Эй, трус! Выходи, все равно ведь найду! Наших бьют! Ого, я лучше вас жду. На, скотина! Внизу! Я его прижал, ребята! Нашего убили, сволочи! Получай! Получай, сволочь! Сейчас я с этим чужаком разберусь, тоже мне. Ха.
Ничего. Тут главное не трусить, как учитель рассказывал. Все вы мародеры такие. Сначала нападаете, потом прячете. И мамочка... Вижу чужака! Убили! Вот он!
Ждем этого гада! А то сколько можно! Чужак, иди сюда, потолкуем. Слышь, чужак, а это ты с самого начала так задумал напасть на нас и спрятаться? Что-то не особо удачный план. Ну, чужак, зря ты в наш лес пришел, зря на нас напал, теперь уже не уйдешь. Эй, чужак, ты лучше выходи, а то я не знаю, кто тебя скорее найдет. Волки или хозяин? Ха-ха-ха! Прекратите драться, вы же все погибнете! Этот чужак не бандит вовсе, он безоружных не убивает!
стреляй, чужак! Я сдался, не обману! Я же не бандит, как ты! Учитель, иду к тебе на последний экзамен. Уходим! Победил, чужак! Ничего не Не стреляй, чужак! Я сдался, не обману! Я же не бандит, как ты! Ну давай, давай! Все вы, небось, такие! Врете и нападаете, особенно если на беззащитных! Только учти, тогда вам точно не уйти! Наши знают, что он в церковь побежал. Ловить просто не стали. Так что убивай, трус! Мне с тобой говорить не о чем!
дети совсем выросли. Они смогли построить в лесу настоящее общество. Они полностью обеспечивают себя всем необходимым. Смогли защитить себя в множестве стычек с животными и людьми. Они даже производят весьма сложное оружие. Причем разработали его совершенно самостоятельно и показали мне лишь готовый образец. И в то же время они все еще чтят кодекс. Правда, он стал для них чем-то вроде Святого Писания, а я сам, похоже, превращаюсь в какого-то мессию. Похоже, я дал им все, что мог, и теперь пора отойти в сторонку. Они уже большие, справятся. Ты победил, чужак! Ничего не поделаешь! Ты победил, чужак! Ничего не поделаешь! Чужак, я сдаюсь, но в ногах у тебя валяться не стану и не надейся.
Чужак, я остаюсь, но в ногах у тебя валяться не стану и не надейся. Что-то внизу такое, блядь! А, браточек? Вижу козла драного! И что-то стрематься на? Сейчас пойду, чертилу эту в оборот возьму, как два пальца на! Все на! Иду! Вот, мля, шалава дешевая! Свалил, сука! Ну, мля, падла!
Алло, браточки! Давайте эту суку найдем в темпе, пока не свалил! Вылезай, падла! Тогда не больно, зарежем! Что-то у тебя обе ноги на месте. Может, они тебе что другое отъели? Не мне, а пацанам нашим! Сейчас отдохну и продолжу с этими упорщиками. Сколько там у него пальцев осталось? Братва, да вроде в доме что-то шуршало.
отдаю! Да вроде было там, а? Ну, проходим, бля. Пацанчик отвалили! Волки позорные! Какая-то братка положила. Вон он, пацанчики! Вон он, сука! На верхотуре! Шухер, пацаны! Сейчас кобздец тебе будет! Получай! Хата! Наших котлы валят! Жутва палим на! Толян?
Чё лежим, браток? Атас, пацаны! Братка нахмурили! Чё, база, не... Пацаны, нашего уровня газовые опущенные! И что-то стрематься на. Сейчас пойду, терпилу этого в оборот возьму. Как Значит, ты не с ними? Ясно. Спасибо, что спас нас, чужак. Спасибо, чужак. Как же так вышло? Прости. Ты уже на последнем экзамене. И ты сдашь его на отлично, это точно. Как увидишь учителя, скажи... Скажи, что мы все переживем, как он учил. Может, можно было как-то по-другому? Мы ведь все делали, как учитель тогда рассказывал.
Хорошо, вожатому. Приказал и пошел себе. А ты тут стой, комаров корми.